Поехал в путешествие со своим ураганом. У него второй песик, хороший, верный. А тут я ему готовлю чашку. Это он оставил галушки, как я называю, собачья еда, вот эти черные. И специально кашу варят на сале. Я не видел, чтобы так пес быстро поедал пищу. Ну, это вот на четырех мужиков примерно. По весу. Вот он, где у меня находится. Вон он стоит. Вот он ждет меня попрыгунчика. Это второй раз. Я сегодня мясо давал ему. Там вымя принесли мне. Я не знаю, вот так, видите, как он. Ой, как, ну-ка, как. Ну-ка, пока, ну-ка, прыгай. Ай. Вот смотри, какие. Ой, давай. Вот посмотри, как он. Так это он второй раз сегодня. Сейчас 9 часов утра только еще. Это каша. Вот обычно начинает даже не лижет, а вот так хватает ртом. Вот смотри, сколько здесь проходит время. Еще от этой чашки останется. Ну, на нем только зимой на санках ездите. Я первый-то день его еще не знал. Так что его резвость такая-то. Ну, на велосипед как с шариком. Он как попер. Я тормоза дал. Тормоза как лыжа покатилась. Я его кое-как остановил, велосипед бросил и домой его привел. Вот так. Это помесь немецкой овчарки с бельгийской овчаркой, как Сергей говорит. Видишь, какой у него цвет интересный, приятный. Ровно, не щепрачный. Видишь, как он ест? Интересно. Хватает, он не слизывает. Даже маленько слизывал, все. Одно чашки уже показалось. Так я ему сегодня не знаю, мясо там вымя дал, ну грамм-то, наверное, 200 было там, не знаю, что там. О, что более комковое. С такой собакой удобно работать, когда жоркая. Когда вязка бывает, вот случка с собакой, ну принесла, допустим, она 8 щенков. Их трудно выкормить, 8 подошло. Находит примерно, если у кого-то есть беспородная сука со щенками. Ну, тех щенков-то ликвидируют, они не нужны. А под нее подложат. И чтобы она их не подавила, ее сначала доят, ее молоком приемной матери вымазывают щенка, а потом, где она лежит, подстилка, солома, там этой соломой его обтирают. И она тогда по запаху, она же определяет это не по виду, по запаху. И вот и все. И она их принимает тогда. И вот когда им месяц будет, иногда 20 дней, все, чашка пустая. Да молодец мой, да. Замечательный. Никакой беды нету с ним. Ну-ка, подожди. О, как он видит, что я его отцепил, и он уже старается пойти. И тогда хозяин приводит хозяина кобеля. Подожди. Ну что такое? Хозяина кобеля. И он выбирает лучшего. И дальше хозяин себе берет, какого надо. А остальные тогда на продажу. Вот так. Когда собака в охотке, ну-ну-ну-ну-ну-ну, вот он пошел. Сейчас я покажу, как он с шариком дружит и с кошками. А в избу ты зайдешь сначала там, чтобы не отступила рыжая, задержишь ее. Вчера она отступила от первого ковра, а на второй его не пустила. Она как фыркнула на него. Он попятился за меня, он не заскулил, говорит, пошли отсюда, прямо зовет на улицу. Ой, вон они убежали эти. Убежали, даже не показались. Вон они вылазят. У него какая-то особая любовь к кошкам. Ну-ка, иди к шарику. К шарику иди. Вон шарик, 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 вот он шарик. Ну подойди к нему. Вот он. О, все. Он просто его пугает и все. И главное, не этот верный его звать, верный. Он не бегает, ногу не поднимает, а шарик все перемочит. Вот он. Проверить, как паспорт у него на месте. Подожди. Ну подойди поближе к шарику. Ну что ты, внимания-то никакого не... Да вообще, я боялся, что он его будет кусать или что-то. Нет. Он вообще нет. А тот опасается. В прошлом году ему ногу откусили, переломили.
Да молодец, шарик, да замечательный шарик. Верно, он на кошек, все внимание. Кошатник, душишь их как шариков. Ну смотри, смотри на шарика, ну на шарика, подожди. Ну отступись, вот шарик рядом, ну глянь на шарик это. Верный, вот он шарик, посмотри. В упор не видит его, вот он как. Все, игра окончилась. А это я ему пить поставил и колышками заколотил вокруг, видишь, колышками-то, и проволокой затянул, чтобы она не выпадала. А так ее ставили, она все время опрокидывалась. Так, ну пошли он кошек, иди подойди туда рядом. Посмотри, как он не выдержит. Не выйдет по душа по этому. Потом я чашку уберу. Вот смотри, ну-ка, ну-ка, тихо. Спокойно, я вокруг бегаю. Ну, вот он как, ну-ка, тихо, не трожь его. Вчера, главное, сунулся туда этот, а там наш котик лежит наверху. Он его мордой под задницу, он свалился, но не укусил ничего. Верный, хороший песик. Вот он. Вот, смотри, кошечка-то рядом, гляди. Кошечка рядом, рядом. Ну, смотри, рядом совсем прям. А первые дни он вообще не мог смотреть. А вот на котика посмотрит сейчас, посмотри. Котика снимай. Котик. Тихо. Топ. Котик пошел по своим делам. Все. Готово дело. Сейчас заходи туда в комнату и отступление-то перекрой. Рыжий там. А я сейчас зайду за тобой следом. Не выпусти. Рыжка наша, рыжка, рыжка. Не сильно-то, это рыжая. Рыжая тебе морду там расквасит. Ой. Ну что, что? Что, я тебя не сбелил? Познакомься рыжка, ближе. Рыжка, рыжка. Подожди, рыжка. Подойди, познакомься. Поближе. Ну, ать. Ты смотри, какой умный пёс-то. Я же шагну-то. Ну, иди, иди, иди. Маленько оттуда я выдвинь сюда. Иди. Ну, иди сюда. Иди. Познакомься. Вот как она. Все, а что назад ты пошел? Гляди, она как оширшила. Давай, гуляй, гуляй, иди. А что не идет? Ну, рыжая моя, рыжая кошка. Ну, ну давай, знакомься, знакомься. Знакомься, не трогай. Иди вперед, вперед иди. Ну что уперся-то? Ты же вон какой смелый парень-то. Первый раз-то кинулся как. Ну, ну иди познакомься. Никак. Ну что, наломали бока-то, уперся у меня задница эта. А она хозяйка, щешется как. Ну иди, иди со мной, не бойся. Не бойся, подойди рядом. Подойди. О, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну замечательный, подойди поближе. Ой, как она рот разевает-то. Гляди. Видимо, что-то у него срабатывает. Но еще поближе разрешаю. Я разрешаю подойти. Подходи. Ну-ка, давай. Ну-ка, давай сюда. Проходи вперед. Ты успокойся. Ну-ка, да. Вот она, молодец. Она беременная. Ее семья. О! Плюнула прямо в глаза ему. Ну что? Ты понял, что это грозит? Сильнее кошки, зверя нет, верный. Вот она какая, да, она молодец какая, да. Ой. Ну, еще. Гляди, как она глядит. Она не пропускает ни одного движения его. Да не бойся. Не бойся. Вот отсюда, посмотри, как она рот развивает. Ну, подожди, маленечко. Подожди. Ну-ка, вот сюда, подожди. Ну-ну-ну-ну, нельзя. Познакомиться надо. Ну-ка, давай. Ну. Ну что? Что? Что она, кошенька моя, замечательная кошка. Ну-ка. Ну-ну-ну, проходи сюда, проходи, вперед, проходи. О! Нет, брат. Ну? Я тебя сколько приучал кошкам-то, а ты тебя все задеваешь. Ну понял, как бегать за кошками-то? Вот так. Это женская порода кошачья.
живо поцарапает. Маникюр-то педикюр твой снимет. Видите, как она смотрит спокойно. Ты пониже возьми, какой у нее язык, как она высовывает, гляди. У нее, у кошки-то. Пониже сядь на коленочке, чтобы видно было. Ну-ка, давай, покажи, поройди маленько. Ну-ка, ну-ка. Что такое? Молодец. Так-ка вперед, продвинься. Вперед. Давай, вперед. А ну-ка сидеть. Сидеть. А ну-ка давай голос. 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 Боишься голос подать? Еще себе. Навела на тебя страху. Ну-ка давай. Сейчас, подожди. Подожди. Голос. 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 А ну-ка лежать. О! Ну, молодец. Команда, ну сидеть. А ну-ка лежать. Лежать, лежать, молодец. Перестань. Рыжая. Это твоя каноническая территория тут. Пошли. О, брат мой. Пошли-ка. Сейчас мы. Вон она где делает. Выйди туда с той стороны. Это... Закрой. Кошку не выпусти. Делай там, выйди туда, на ту сторону. Но. Ну, у кошек тут подобрал уже. Пока я смотрел, он все съел. Ну-ка. Вот они где. Ну, тот пошел. Кого? Инвалид. Ой, как она рот развивает. Во. Ну, пропустите хоть, выйти-то, выйти-то. А у того задница торчит только из норы. Видать, нет. Пошел. Ну ничего, 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 моя белая кошка. Ну-ка. Ну что? Вот тебя отгоняли они тебе. А тут промудр. Смотри, как они внимательно следят за ней. Все, за меня уже зашел. Ну. Вот хорошая. Надо подружиться. Ну и все, что сказать. Знакомство состоялось. Ну. А вот интересно, как она на лежащего отреагирует? Сидеть. Сидеть. Лежать. Вот, молодец. Голос. 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 Ой, молодец. А ну-ка, зайка. Зайка, зайка. Вот он как. Поближе. Сидеть. Стоять. Сидеть. Зайка. Зайка. Зайка, ну-ка. Вот так. Ой, молодец какой. Он уже первое место занял по Алтаю, кажется, что ли, на выставке. Ну, это молодец такой. Ученые собаки. Шарик наш. Он одну команду хорошо знает. Посмотри. Ползи. Смотри, как он поползет. А ну, ползи. Ползи. Вот он как. Передними упирается, а задними на повороте. Подойди поближе-то, покажи. Лёжа лает. Ну-ка, Шарик, ползи. Ползи. Вот он как. Ой, молодец. Хорошо. Ну. Ну, да молодец, Шарик. Да молодец. Вот он как стоять может. Вообще на задних лапках. Это наша охрана. Я пошел, привяжу ее. Вот он увидал ее. Смотри. Ну-ка, что такое? Ну-ка. Интересно, кошка. А ну-ка еще раз глянем, рыжая. Как она поведет? А вон куда залез? Глядем куда? Вон он куда, на полке. Ты видал тебе, нет? Да. Видал, оттуда его не досягать. Ну-ка,
Пойдем в гости сходим. Отходи, становись. Сюда, рядом. Ну-ка. Ну-ка, давай. Гляди. Отпускаю полный поводок. Но. Все. Вначале-то он кинулся, гляди. Все. Ну что, ну еще погуляй поближе, ну-ка. Ну-ка. Бесполезное дело. Урок. А то говорят без наказания еще. А вообще ювенальная юстиция не заступается за собак, за кошек. Вот она сидит. Голубоглазое чудо. Уже рядом, вплотную подошел. Все. Первый день вообще немыслимо провести было. Где? Все. Ну, да умница какой. Интересно, я только ухожу, он залает, лает и лает, чтобы взяли его. Я взял травинку, погрозил, перестал лаять. Все-таки разница есть. Учится или не учится. Смотри. Вот он где. Это его место ночное. Подожди. Так, вот оно, видишь, как на шестое это сажаешь. Это здесь вертлюжок. Вот смотри, я ухожу, сейчас уходим. Будет он лайк. Сейчас ничего нет, и все спокойно. Слава Богу. Все, урок окончен.